Это программа «Контрольная закупка». Здравствуйте. Ни рыба, ни мясо, точно про него. По содержанию белка тунец не уступает сухопутным, его даже называют морской коровой, но при этом в нем также много полиненасыщенных жирных кислот, как и в остальных морских обитателях. Что делает тунец ценнейшим продуктом? Защита от инфаркта и инсульта. Профилактика образования тромбов, снижение холестерина, а уж как полезен для худеющих, ведь в нем мало жира, много белка. Забыла самое главное. Чтобы поправить здоровье, вовсе не обязательно есть свежую рыбу, подойдет и более доступный консервированный тунец. Но нужно выбрать, конечно, качественный продукт. Сегодня этим займемся. Смотрите контрольную закупку. Не дайте себя обмануть. Сегодня в программе «Тунец против инфаркта и инсульта». Теплый салат с тунцом в непогоду. Натуральные или крашеные? Как распознать настоящие оливки? Тунец – рыба не маленькая, может и 5 метров достигать, поэтому в банку помещается лишь один кусочек. Если больше, скорее всего, это и не тунец никакой. Скумбрия, например. Они, кстати, из одного семейства. А вот это, вот, кстати говоря, если сделано это по ГОСТу, и вовсе нарушение. Обрезки и мелкая крошка должны отправляться в утиль. Но зачем выкидывать отходы, если они могут превратиться в доходы? Продукт, в общем-то, скрыт от глаз покупателя. Ну, к счастью. Наш народный жюри сегодня может все баночки открыть и изучить содержимое. Так что в конкурс попадут только достойные образцы. Узнаем, какие именно в отборочном туре. Специально для программы была произведена контрольная закупка консервов «Тунец натуральный» 6 торговых марок. «Фортуна», «Вкусные консервы», «Капитан вкусов», «Морской котик», «Спецзаказ», «Толстый боцман». Члены жюри в отборочном туре – обычные покупатели. Они могут проголосовать только за один образец тунца. Все торговые марки засекречены. Попробовав образец под номером 3, я просто была очарована его ароматом, душистостью. Я вот люблю немножечко посолонее рыбку, и соленость хорошая. Я теперь буду покупать образец под номером 3, обязательно узнаю марку. Спасибо производителю. Образец номер 3 мне абсолютно не понравился, потому что, скорее всего, эта рыба очень долго где-то лежала.